Депутат Заксобрания края и заслуженный мастер спорта по самбо Светлана Голянт официально стала послом ГТО. Миссия послов – это популяризация здорового образа жизни среди людей различных возрастов, продвижение ГТО как части общероссийской спортивной культуры и формулы национального здоровья. Послами ГТО назначаются по решению Минспорта России известные спортсмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, шоу-бизнеса, общественные деятели, политики и другие специалисты сферы физической культуры и спорта, которые личным примером могут способствовать успешному осуществлению миссии послов ГТО.